Всем привет, девочки все постоянно просят показать что-то для девочек, хотя у меня масса видео на моем канале, там я не знаю, штук, наверное, 200 только девочкам посвященные, бикиняхам, все прекрасно знают, но сегодня вы просили, и я вам покажу вот эту спину, как ее накачать. На самом деле, я не знаю, как ее накачать, она у меня не спрашивает. Вот, я покажу, как я бы качал такую спину. Поэтому всего лишь три упражнения основных для девочек. Первое упражнение – это качаем конус, низ и глубину. Куда? Останавливаюсь, вот. И со мной сегодня, вы знаете ту девочку, которая не девочка, а тетя. Ее зовут Евгения. Хорошо, что не дядя. У тети хорошая спина. Сейчас мы покажем упражнение. Это базовое, я считаю, это базовое упражнение основное для того, чтобы построить. Садись, делай конус. Конус мы делаем, большую круглую мышцу. Я почему Женьку взял? Чтобы показать спину. Почти анатомическое. Все видно. Давай, выполняй. Первый подход легенький, но мы сразу двадцаточку ставим. И все, что вы делаете, это вот такое движение при правильном выполнении техники. А как это делается? Это мы не сосредотачиваем внимание на бицепсы. Когда мы трогаем, он должен болтаться. У нее не болтается, потому что она вся в тонусе, да? Но тем не менее. И что происходит? Здесь два варианта, да? Мы можем отпускать плечевые суставы. То есть подтягивается, тогда больше растягивается. Или изолированно делать короткую фазу, вот такую. Америкозы любят вот так прокачивать. Как видите, большая, малая, круглая. Отлично. Это первое упражнение. Вот все. Четыре подхода делаете, девочки. 4 по 20 повторений с увеличением веса. Если вы будете увеличивать вес в каждом подходе, то 18, 16, 14. Но минимум 14 повторений, потому что это браза. Многоповторка. Стоп. И мы снимаем новое видео для девочек. Наконец-то Кевин за камерой приобрел профессиональный. У нас даже микрофон есть, поверьте, мазафакерс. У нас даже есть микрофон. Окей. И мы продолжаем. Упражнение номер 2. Женька мне помогает. Кстати, я оставлю ее инстаграм. Подписывайтесь на нее. Она реально рубит фишку. Иногда. Окей. Короче, идем сюда. Значит, что характерно для этого станка? Обязательно ножки я рекомендую ставить вот сюда, максимально высоко, пяточками упираем. Я не знаю, как ты делаешь, но она будет делать так, как я говорю сейчас. Вот здесь пяточки, ноги почти выпрямляем, но не максимально, потому что я тебе подам. Ну, бери. Значит, почему я рекомендую выпрямлять практически, да, ну чуть-чуть сгибать, для максимального растяжения амплитуды. Здесь несколько вариаций. Можно пробивать низ спины. Мы будем сейчас делать глубину низа спины, скажем так, да, если вот такая ручка. Есть еще вариант вот так брать прямую ручку, тогда четко, вот если вот так вот тягу делать, то четко бьет на подрезку нижней спины. Но поскольку мы девочки, да, мы девочки, включая Женю, не меня имею в виду, то она прокачивает сейчас глубину. Видно, да? Ну, опять-таки, 4 подхода по 20 повторений, или 4 подхода, 20, 18, 16, 14, с увеличением веса в прогрессе. Все, спасибо, Жень. Ну и последнее, не отходя от кассы, последнее, сразу сюда давай. Мы сделаем, опять-таки, на этом станке тягу за голову, все элементарно. Поставь там 20, чтобы тебе было это. Почему тягу за голову нужно делать обязательно? Во-первых, у кого сколиоз, обязательно помогает. Все спрашивают, можно ли качаться со сколиозом. Нужно. И одно из положительных и эффективных упражнений – это вот это. Почему? Потому что вы постоянно заставляете держаться. Поехали. Плечевой пояс выровнен, прогнутая поясничка. Смотрите, как работают мышцы. Именно эти мышцы и справляются с вашим сколиозом. Смотрите, какая глубина, да? То есть вот три упражнения, которые я советую для девочек, основные. И вы знаете, что я все время говорю, что все, Жень, спасибо большое. Ты сегодня хорошо поработала. А именно эти три упражнения Женя тоже выполняет, но у нее еще много-много разного всего. Подписывайтесь на нее. Спасибо большое. А сейчас я за концовочку скажу. Есть масса вариаций, понятно, на спину, но вот это, повторяю, три основных упражнения, которые нужно делать всем девочкам. Прошу вас. И.
Вроде все, я забыл, короче. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм, покупайте книги. Покупайте книги у меня в Инстаграме, да. Если вы хотите инвестировать, инвестируйте всегда в себя. Ибо все знание всегда находится в книгах. Пам! Баба Сми, пока.